Утром 22 марта в Белгороде снова гремели взрывы. В городе и районе была объявлена ракетная опасность. Вскоре местные телеграм-каналы опубликовали фото с мест прилетов. В частности, загорелась парковка автомобилей на бульваре Юности, а в местных многоэтажных домах выбиты окна. Также в сети опубликовали момент одного из прилетов на Харгоре. Жители Белгорода рассказывают о последствиях атаки. Ну, страшно было, ну что сказать. Вот в этой квартире, в 43-м у нас повреждены окна. Здесь в 45-м целые окна. Ну вот с этой стороны. Вот тут газ повредило. Сейчас у нас индивидуальное отопление. Сейчас вот газа нет. В российском Минобороны отчитали, что якобы сбили 8 реактивных снарядов РЗСО «Вампир» над Белгородской областью. Также о последствиях атаки рассказал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Опять обстрел. Есть погибшие, есть раненые. Пострадали 3 учреждения здравоохранения, жилые дома. Позже появилась уточненная информация, что один человек погиб, а двое ранены. Повреждено остекление в 31 квартире и 4 учреждениях здравоохранения. 4 автомобиля полностью сгорели. Также в Белгородском районе в поселке Майский пострадали 6 частных жилых домовладений. На месте прилетов работают оперативные службы.